Нет, ну давай, ты говори, я конечно, буду возражать. Игорь, я сказал, что ты дурачок. Почему дурачок? Я сейчас запишу, и мы проанализируем, я сотру эту информацию. Ну давай. Видишь, ты уходишь, что ты за свои слова, Ты что, не слышишь? Ты не хочешь? Спроси матушку, можно? Она сказала, можно, а я сказал, нельзя, что ты не слышишь. А я тебе не пишу. Мне с тобой, ну, с тобой неинтересно тебя дразнить. Что, потому...